Сегодня день российского хоккея. Дата выбрана не случайно. Именно 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат по хоккею шайбой в СССР. Отметить праздник в Чувашии решили символично – на льду. Тренеры спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 провели мастер-класс для хоккейной команды 50-й школы города Чебоксары. Сейчас на льду молодая команда «Полтинник», неоднократные призеры школьной хоккейной лиги. Провести мастер-класс к ним приехали профессиональные хоккеисты и тренеры хоккейного клуба «Сокол» Юрий Долгов и Евгений Филиппов. Научиться играть в хоккей непросто, признаются наставники. Необходимо уметь безупречно двигаться на коньках, ловко владеть клюшкой, освоить игровые амплуа вратаря, нападающего, защитника. Сегодня с ребятами поработали над техникой катания. В основном для хоккеиста важно, очень важно катание это. Поработали над техником приема передачи шайбы и технику броска. Мы им показали, как правильно кататься, как правильно принимать шайбу, как правильно отдавать передачи. Ребята хорошие, трудолюбивые, стараются, видно, что у них глаза горят. На разовые тренировки, когда вот начинается зимний сезон, выезжаем часто, выезжаем в районы, в такие районы, как Батырево, Ядрин. Вот, показываю мастер-классы, выезжаем иногда с ребятами, со своими воспитанниками школы «Сокол». Тренировка со знатоками хоккейного дела – это не только новые знания, умения и навыки, но и возможность для юных игроков выйти на новый уровень. От того, как ребята зарекомендуют себя на подобных занятиях и играх в хоккейной лиге, зависит их будущая профессиональная карьера. Хороших спортсменов мастера видят сразу и приглашают к себе в команду. Это прекрасно понимают школьники, поэтому тренируются усердно и уже добиваются хороших результатов. Они играют в хоккейной школьной лиге, занимают призовые места, но хотят стремиться к лучшим результатам. И именно поэтому сегодня здесь мы проводим для них небольшое обучение для их развития, для улучшения их навыков. Возможность побывать на одном льду с ведущими тренерами республики пока выпала только хоккеистам 50-й школы. В будущем общественная организация «Молодежка» планирует провести мастер-классы по хоккею и в других учебных заведениях столицы. Екатерина Орлова, Святослав Петров, Вести, Чувашия.